Встретились. Я так и знал, что ты собака нас сливает. Ты знаешь, что мы с тобой сделаем, а? Собаки, собачья смерть! Продолжайте, вы за мной. Зря стараешься. Джамал мертв! Посмотри последний номер. Джамал мертв. А ты глупец. А-а-а. Или ты знаешь, как развязать ему язык? Послушай, если ты Хасана брат, это не говорит о том, чтобы ты был глупцом. Слышь, я не понял, ты чего бесишься? Ты бесишься от того, что я его выследил, а не ты? Слышишь, если бы не я, эта собака сдала бы нас русским. Ты понял, нет? Ты понял? О, Гиви! Ну, чё ты так смотришь? Мы братья-близнецы. Чё, опять к дочке бегал? Забодал ты уже здесь лазить? Такой секрет запорол. На что? Работаем, работаем, мешки, работаем. А ты что улыбишься? Давай. Товарищ старший лейтенант, вот вы мне скажите, знаете что? Вот если старшине десяток баранов дать, он за сколько их научит подтягиваться? А ты, боец, иди сам у него спроси, только потом не обижайся. Давай. Иди, иди, давай. Нажрали себе животы, как бронежилеты. Ну, давай, 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 давай.
Не-не-не-не-не, у Шевченко я спрашивать не буду, потому что он мне спящую собаку напоминает. Он, походу, вообще не спит. Не-не, подожди, ты хотел сказать не собаку, а то, что из нее выходит. А, точно, точно. Не тронь говно! А ты, боец, послужи столько, сколько Шевченко. А потом рот открывай, ясно? Так точно. Еще вопросы никак есть? Нет, товарищ старший лейтенант. Не-не-не-не-не, есть последний вопрос, товарищ старший лейтенант. Нет, он меня просто так очень сильно беспокоит, я прям спать не могу. Догоняйте, мешки, догоняйте. Когда товарищ капитан совковую форму на новую поменяет? Совковая, лопата. А форма советского образца. Капитан в армию пацаном совсем пришел. Тогда армией гордиться можно было. Вот когда армия станет на армию вновь похожей, тогда и сменит. Ясно? Так точно. Вот. Так точно. Все, оружие разрядите, сдать. Есть. И есть. В столовую. Всех касается. Есть. Ай! Нормально, Пацаны голодные снаряды вернулись, а у него тут конь не валялся. Слышь? Давай, погоди, заканчивай самодеятельность, есть давай. А может тебе еще 100 грамм плеснуть для аппетита? Че? В общем так, мужики. На сегодня ужин отменяется. В смысле? В горах обвал был. Ну и? Машина с продовольствием забуксовала. Блин. А консервы? А консервы приказано только в наряд выдавать. Подожди, подожди. И что, нам теперь с голодухи пухнуть? Нормально. Фигня, пацаны. Мы тут типа родину защищаем, а родина наплевать на нас хотела? Сидим здесь как у черта в одном месте. Последний хрен без соли доедаем. А чё прикол, смотрите. Если вовремя дорогу не расчистят, нас всех домой отправят грузом 200, да? А потом так в похоронке напишут. Так, мол, и так, героически погиб, на посту, с голодухи, от меня да? Чего ты этого хочешь? Да. Ты этого? Что за шум? Что, кушать хочется? Ну, это самое... Мне тоже, я понимаю. Вы не переживайте, подохнуть голоду я вам не дам. Если сегодня до вечера не разгребут перевал, значит, завтра продукты доставят на вертушке. А сейчас получите все сухим пайком. Ну, в связи с проблемами снабжения, занятия на полосе препятствий отменяются. Ура, ура, ура! Товарищ старший лейтенант, вопрос есть, не по теме. Валяй. Нам сказали, что вы уезжаете от нас. Это правда? Ага. Физиономию твою видеть больше не могу. А ты что, думал, я тебя удочерю? Ну, может, метнете напоследок? За пацанов. Ну, пожалуйста. Да, красава. Класс. Шапито. А, да ладно, что ты? Место на карте показать сможешь? Мне это без надобности. Я здесь живу с самого детства. Да слышали, слышали. Все тропы в горах знаешь. И все же. Ну, бандитов я видел у Змеиного ущелья. У Змеиного. Слышь, Паганини, чай не сладкий. Обойдешься. Да, посластить бы сейчас. Говорю же. Ай. Готово. Нормально прикрепил? Лучше не бывает. Ай, молодчина! Сколько их было? Послушай, начальник, я их не считал. Не до того было. Но я видел две машины. И людей видел. А сколько их, я не рассмотрел. Угу, понятно. Мамедов! Ефрейтор Мамедов, по вашему... Отставить! Старшего лейтенанта Меркурия и старшину Шевченко ко мне быстро! Есть! Послушай, начальник, а что со мной будет? А что с тобой? Ты гражданин России, стало быть. Спасибо тебе за оказанную помощь. Только в следующий раз не нарушай границу. Ну что, тебе трудно было дойти до пограничного пункта? Ну, сам видишь, Гивиз Урабыч, опасно здесь, убьют тебя. Ну что мы твоей дочери скажем? Да. Привет. Ужинать будешь?
Нет, с пацанами поел. Зато шоколадку добыл. А что с рукой? Бандитская пуля. Что? Черт, неудачно пошутил. Кинжал метнул, порезался. Да ерунда, царапина, честно. Не шути так больше, ладно? А то здесь цитаты какой-то смысл определенно приобретают. Хорошо, я соскучился. Ну, конечно, тебе в Москве будет лучше. Я с билетами все решу. Санечка, мне лучше в Москве не будет. Лучше будет нам. Олечка, я пограничник. А пограничники, как это ни странно, должны служить на границе. А еще пограничники могут служить в штабе. А граница еще есть в Шереметьево. А, слушай, кстати, папа мог бы попросить, ну, чтобы тебя... Ну, я же просил. Открой. Да. Товарищ старший лейтенант, вас товарищ капитан требует. Иди, я сейчас приду. Есть. Ну подожди, мы же не договорили. Родине же можно служить в цивилизованных условиях. Лялька, давай я сейчас быстренько вернусь, и мы все еще раз обсудим. Ладно? Я люблю тебя. И его. Может, я ее? Пацан! Старик наткнулся на боевиков вот здесь, в районе Змеиного. На двух машинах человек 20. Я запросил центр. У них нет информации о готовящемся переходе. Очень странно. Ну, в любом случае, надо подготовить встречу. Ну, на машинах по горам особо не поскачешь. Значит, пойдут через перевал. Позиция здесь что надо, вся долина как на ладони. Если правильно организовать оборону, то человек 10 запросто смогут взвод удержать. Ну, я надеюсь, до этого не дойдет. Значит так. Берете еще пару человек, кроме наряда, и выдвигайтесь. Разрешите идти? Идите. Вопрос. Сань, не волнуйся. Отправлю я ее. Как придет вертушка, я ее сразу отправлю. Спасибо, Нургали Забиевич. Без 10:05. Все, как ты и говорил. Сейчас вылежут свои банки, доложат на заставу и поедут обратно. Граница будет открыта более 4 часов. До следующего наряда. Чё ждать? Пока не уйдут? Давай им блоки перережем, как баранам. Вспомни, как у нас говорят. Быстрая речушка до моря не дошла. Знаешь, что это значит, Хамзат? Твоя голова не поспевает за твоими руками. Когда-нибудь тебя это подведет. Распорядись. Начнем переправу, когда уйдут пограничники. Границу защищаем, как в каменном веке. Блин, подпортило под дембель. Ай, да ты не суетись, Михайлов, я тебя умоляю. Пацанам из зеленки лишнего шума не надо. Я думаю, если они сунутся, никакого лишнего шума и не будет. Пальнут из оптики и 4 трупа. Ты погоди блевать, а? Может, они не сунутся сюда сегодня? Может, пронесет? Вот черт. Напрасно его Старлей в наряд послал. Он же еще соплях совсем. Нужно было кого поопытнее, там все дело завалит. Дим, ты же умный, Дим. Че? Я говорю, Дим, ты умный, Дим. Ну и че? Но там тоже не дураки сидят. Поди готовились к переходу. Наверняка все наряды в лицо знают, а? Всем отдыхать! Раньше, чем через час не сунутся. Thank you.
Ну как там? Порядок. Думаешь, поверили? Ну, если раньше за нами следили, значит, поверили. В общем, все вышло, как всегда. Лапочкин тоже, как всегда. Ладно, проехали. Вот смотри, там Грузия, здесь Россия. Река – это граница. Если ее кто-нибудь пересечет, то можем смело открывать огонь. А если мирные? Мирные через КПП ходят, понятно? Ага. Не боись. Ну что, пацаны, сейчас начнется. Пацаны, приготовились. Если опять сплюешь, я тебя раньше духов завалю, понял? Слушай, да заткнись ты, а? А ты успокойся, все путем будет. Самодин. Я. Свяжись с заставой. Есть. Доложи обстановку. Есть. Ни хрена себе. Откуда их столько? Быстрее, быстрее, не растягивайся. Приготовились к бою. Как рванет, работаем по пехоте. Жить потери. Порядок, порядок. Порядок. Османова слегка зацепила за руку. Подорожник наложим, будет все нормально. И остальные тоже все в порядке. Лапочкин как? Камню.
прилип, хрен отлепишь. Неужели Джамал успел предупредить русских? Да не мог он успеть предупредить! Я перерезал ему глотку, прежде чем он успел набрать номер! Хамзат прав. Если бы они знали о нашем переходе, нас бы встречали с настоящим оркестром. Хасан, погранцов на перевале не больше десятка. Огневые позиции нам их известны. Ты только прикажи. Они пожалеют, что на свет родились. Они землю жрать будут. Ты только скажи. Хасан, тут у них слишком выгодные позиции. Мы слишком много потеряли людей и времени. Если пограничники выставят заслоны, нам далеко не уйти. Сколько у нас, по-твоему, времени? Я думаю, 1.5-2 часа, не больше. Да не продержатся они, товарищ полковник. 11 машин, да плюс еще пехота. Против Меркуриева человек 400, не меньше. Есть, товарищ полковник? Понял вас? Ну что стоишь? Давай связь! Быстро, быстро, быстро! Есть! Ну что, Сарлей, готовься. Сейчас вторая серия будет. Скажи пацанам, чтобы позиции сменили. Они их по-любому засекли. Уже поменяли. Грамотная позиция, да? Все как на ладони. Все видать, а нас не видно, блин. Ты видал, сколько их было? Тут при таком раскладе никакая позиция нахрен не поможет. Хреново дело. Слушай, заткнись, а? Чего заткнись? Ну чего? БТРы нахрен не пройдут, шурупы дорогу не расчистили. А вместо вертушек хреном по всей морде. Слушай, не паникуй, а? Помощь будет, слышишь меня? Помощь будет! Эй, вы! Товарищ старший лейтенант, смотрите. Хотят говорить? Будем говорить. Нам сейчас время нужно тянуть. Вникаешь? Ага. Шевченко, за старшего. Если что, прикроешь. Ага. Товарищ старшина, застава. Старшина Шевченко на связи. Слушай меня, старшина. Слушай меня внимательно. Вам на помощь вылетели вертушки. Будут часа через 2. А до тех пор нужно продержаться. Банду пропустить нельзя. Это приказ. Продержитесь, ребят. Пару часиков, продержитесь. Сделаем. Так, ну-ка, быстро все по местам. Меркурий, у тебя нет ни единого шанса. Помощи вам ждать неоткуда. Мои люди на той стороне об этом позаботились. Что ты предлагаешь? Перевал вам не удержать, мы оба это знаем. Ты можешь увести своих людей и спасти им жизнь. Знаешь, как евреи говорят? Кто спас одну жизнь, тот спас целый мир. Подумай об этом. А еще говорят, кто предал один раз, тот предаст и другой. Ты предлагаешь мне предать, но за предательство надо платить. Назови цену. 100 миллионов долларов. Это очень много. Ты забыл, что я могу сделать с твоими людьми? Погибнут эти, придут другие. Предлагаю тебе 100 тысяч долларов. Мне нужно время. Подумать. У тебя хороший кинжал. Я знал человека, которому принадлежал раньше.
Значит, тебе известно, как он мне достался. Послушай, что я тебе скажу. Я родился и вырос в этих краях. Я иду к себе домой. Ты кто такой? Что ты вообще здесь делаешь? Ты хочешь попасть на ту сторону? Тебе придется сложить оружие и сдаться. Хороший нож. А что ты рассчитываешь? Неужели ты решил, что я позволю тебе выжить? Решил в герой записаться? Учти, ничего у тебя не выйдет! Ты сдохнешь здесь! Сдохнешь, как собака! Можешь мне верить! Нормально все будет, слышишь меня? Смотри на меня. Давай, давай, ну.
Товарищ старший лейтенант, патроны кончились. Там у них грузовики должны быть, я попробую пройти. Прикройте. Давай. Живой? Живой. Тоха живой. Живой. Молодец, малой. Молодец. Молодец. Давай, живо. Меркурию на позицию. Давай! Беги. Беги, боец. Это приказ. Встань! Беги, я сказал! Лапочки! Лапочки! Слышишь меня? Давай, родной, давай, дыши, слышишь меня, нет? Слышишь, нет? Прекрати стрельбу! Я сказал отставить стрельбу! Мы их сделали! После неудавшейся попытки прорыва бандиты решили сменить тактику. Они разбились на небольшие группы и тайными тропами проникли в регион. Сейчас в этом районе нет наших спутников, поэтому мы не сможем проследить передвижение групп. Несмотря на большие потери, которые они понесли в столкновениях с пограничниками, эта банда представляет серьезную опасность. Это около 300 хорошо обученных и вооруженных профессионалов. Насколько эта информация достоверна? Достоверна, капитан. Информацию о составе и численности банды нам предоставил Джамал. И почему-то забыл предупредить нас о переходе. Джамал погиб. Остынь, генерал. Это всего лишь предположение. Пока наши эксперты не докажут, что это Джамал, мы будем придерживаться этой версии. Я сам видел труп Джамала. А я лично видел труп Ачгирея. И даже сопровождал его в Москву. А месяца через 3 всего-то этот самый Ачгирей мне чуть голову не отпилил. Спасибо, пацаны выручили. Как я уже сказал, банда насчитывает около 300 человек. Руководит ими полевой командир Хасан. Многие из вас уже познакомились с ним. Правда, теперь его называют горным амиром. Я думаю, никому не надо объяснять, что это значит. Прошу любить и жаловать. Багаев Сахид Гапурович, он же Хасан, 66-го года рождения. Уроженец села Барой Харойского района. Отец у него был чабан, мать домохозяйка. Денег в семье никогда не было, что, естественно, не устраивало Хасана. И в советское время он поклялся, что выбьется в люди. Это ему удалось. В 89-м году его назначают секретарем райкома комсомола. Это в 23 года. Не слабо. После событий 91 года он остается не у дел. Он собирает банду и едет в Москву, где занимается рэкетом и вымогательством. Потом он вернулся сюда, пробовал заняться наркотиками, но его арестовали и дали 14 лет. Это оперативная съемка.
Хасан слева. Наш сотрудник передает ему пакет с деньгами. Как вы видите, полковник Нуралиев принимал в этом самое непосредственное участие. В 94-м Хасана выкупили родственники. А в июне 95-го Хасана уже видели в группировке. В 96-м Хасан и его люди захватили автобус со школьниками. Во время штурма Хасан взорвал этот автобус. Погибло 18 человек, в том числе четверо детей. После этого случая отец объявил, что у него нет сына. Это человек без рода, без племени. Единственным, кто тогда не отвернулся от него, был его младший брат Хамзат. Умом он не блещет, но о его жестокости ходят легенды. Любимое развлечение Хамзата. Говорят, он снимает это для личной коллекции. И последнее. Ближайшим помощником Хасана является некто Зарипов. Очень остроумно. Но в этом есть доля истины. Зарипов пришел в банду недавно, и поэтому у нас на него ничего нет. Ну, кроме этого снимка, разумеется. Теперь самое интересное. Уничтожить Хасана и его банду мы должны в самое ближайшее время. На все про все у нас 6 недель с небольшим. И если у кого-то есть какие-то планы, как это сделать, прошу не держать в себе. Нужно пройтись по старым связям Хасана. Бывшие друзья, подельники. Враги. Хасана научили воевать. Он получил оружие, власть, но не перестал быть горцем. Вы знаете, как у нас говорят? Хочешь поймать вора? Найди его врага. Несмотря на все трудности, мы сделали это. Хотя учебный год уже закончился, я счастлив сообщить вам, что со следующей недели в стенах нашей школы будет работать летний городской лагерь. А уже со следующего учебного года
в эти двери войдут 300 школьников. Я уверен, что эта школа станет символом возвращения мира, спокойствия на нашу землю. Пользуясь случаем, я хочу представить человека, благодаря которому мы здесь собрались. Это представитель Международного благотворительного фонда, наш уважаемый, достопочтенный друг Али Хусейн. Руководство фонда недовольно тобой, Хасан. Поэтому я здесь. Ты приехал сказать, что меня отстранили? После того, что случилось на границе, наши арабские друзья сомневаются в тебе. Хасан, ты хороший солдат. Но ты, как и все мы, нуждаешься в мудром наставнике. Поэтому с этого момента я буду говорить тебе, что делать, а ты будешь исполнять мои приказы. К тому же я позабочусь, чтобы твоим людям не пришлось воевать на голодный желудок. Да, и твое присутствие здесь уже не является секретом для военных. Думаю, что охота на тебя уже началась, а это может повредить нашему делу. Ты хочешь, чтобы я затаился? Ты все правильно понял. Но это не главное. Глупо воевать вслепую. Нам нужен свой человек среди русских. Я позабочусь об этом. Хорошо. И последнее. То, что произошло на границе, не должно больше повториться. Не надо недооценивать военных. 8 голодных пограничников остановили целую армию. Сколько ты потерял в том бою? 72? Против 7 мертвых пограничников неравноценный обмен. 8 Этот Меркуриев опаснее любых зачисток. Он герой. Из-за таких, как он, наши люди переходят на сторону неверных. И это при том, что мы платим им немалые деньги. Я займусь этим. Да поможет тебе Аллах. Все нормально. В доме лишних нет. Можно идти. Помните, все должно пройти без лишнего шума. Старики мне нужны живыми. Пошли. Дедушка, ну читай. Вот, внученька, послушай. Наши предки
вышли из страны Шема много тысячелетий назад. Вот. С пенкой? С пенкой, как ты хотела. Спокойной ночи, девочка моя. Спокойной ночи, бабушка. Спокойной ночи. Затем они долго жили в стране Нахучеван. Из Нахучевана трое братьев перехочевали в Кагзман, где жили родственники их отца, в том числе и дядя. Прожили они в Кагзмане 10 лет. Асьят, собери быстро постель. Деточка, пойдем. Что такое? Что случилось? Ничего не случилось. Это такая игра. Заходи сюда. Посиди здесь. Что бы ни случилось, не вылезай. Хорошо? Угу. Умница. Прошу тебя, не открывай. Не говори глупостей, женщина. Мы не можем не впустить гостя. Кто бы он ни был. Что вам надо? В чем дело? Что тут происходит, а? Собирайся. Поедешь с нами. Я никуда не поеду. Да кто тебя спрашивает? Забирай. Не трогай женщину. Не трогай. Хамзат, не смей. Когда ты начнешь своей башкой думать, прежде чем голову резать? Это его дочка. Она поедет с нами. Значит, все. Решил окончательно. Ну да. Осуждаешь? Да нет. Все правильно. Ты еще молодой, можешь начать все сначала. Да и об Ольге нужно позаботиться. Не место ей здесь. О, кстати, как думаешь, хороший подарок к дню рождения? Ха-ха. То, что надо. Ольга как раз о таком мечтала. Интересно, какой? Интересный. Значит, в Москве решил обосноваться. Ну, не знаю. Отец к себе зовет. А какой из меня столяр? Я стамеску от долото отличить не могу. Но вот Ольга хочет у отца помощи попросить. Это как? Оркестром командовать? У тебя же со слухом не все в порядке. Да почему оркестром? Ну, в погранслужбу в Шереметьево. О как. Шереметьево. Повезло тебе с тестем. Ну... Если надоест богатеньких туристов трясти, возвращайся. Я с Протасом разговаривал. Не сегодня-завтра президент подпишет указ. И погранцы снова отойдут к чекистам. Ну, а там, глядишь, жизнь наладится. Ты действительно в это веришь? А мне уже поздно не верить. Армия – это вся моя жизнь. Меня, когда на срочку призвали, я сразу попал на границу. Потом остался на сверхсрочную, прапорщиком. Потом... Ну, потом мой товарищ меня уговорил вместе с ним поступать в торговый техникум. Да ладно? Вот я так и знал. Знал, что ты так среагируешь. Да, поступил. На заочное. Закончил. Младшего лейтенанта присвоили. Ну, а потом... Думал, ну вот-вот. Уйду на гражданку. А мой товарищ плюнул на все. И ушел в милицию, в уголовный розыск. Ну, не получился из него торгаш. А из меня тем более не получится. Так что поздно мне что-либо менять. Да и не хочу. Ладно, герой, давай прощаться. Выздоравливай. Угу. На будущей неделе заеду, вещи ваши привезу. Так что жди. Нургали Забиевич. Скажите, только честно, я тогда на перевале все правильно сделал? Ты сделал все, что мог.
Но если тебе от этого легче станет, то я бы поступил точно так же. Извините, пожалуйста. Товарищ полковник. Да. Так посчастливилось, что я знаком с вашим отцом. Я обратился к нему за помощью, и он посоветовал вам рассказать о своей беде. Вы знаете, у меня не очень много времени, но я готов вас выслушать. Здесь недалеко столовая, может, пообедаем вместе? Как скажете. Ну вот, здесь похоронено только местное. Абдуллаев и Османов. Остальных уже отправили. Пойдем. Напрасно вы отказались. Здесь очень неплохо кормят. Спасибо, я уже обедал. Ну и о чем вы хотели со мной поговорить? Хасан просил тебе передать привет. Твои родители тоже у нас. И пока с ними обращаются как с гостями. Но если ты откажешься выполнять наши требования, они все умрут. Ну ладно, доча. Ты слушайся дедушку с бабушкой, ладно? Да. И помни, что ты мне обещала. Хорошо. Хорошо? Ну давай иди, а то холодно. Давай, давай, давай. Давай. Идем, моя хорошая. Отец, ну может хоть приедешь погостить? А то как-то не по-людски получается.
Сын от родителей отдельно живет. Что люди подумают? А надо было раньше об этом подумать. Когда ты в город перебрался. Когда ты в милицию служить пошел. Когда ты на чужой женился. Отец. Я свое слово сказал. И решение менять не буду. Отец. Я никуда не поеду. Здесь мой дом. Моя земля. Здесь мои родители похоронены. Кто за ними будет смотреть, да? Знаешь, сынок, что я тебе скажу? Если ты хочешь опять жить с нами вместе, тебе надо вернуться домой. Отец, ну не могу я, ну... Я тоже не могу. Я здесь родился, я здесь хочу умереть. Ладно, сынок, надо прощаться. Время позднее, дорога дальняя. Прости, отец. Поезжай. Прежде чем дать ответ, я должен убедиться, что они еще живы. И это уже не просьба. Ты не в том положении, чтобы требовать. От твоего ответа зависит жизнь твоих родных. Поэтому ответ я должен получить прямо сейчас. Послушай, ты, если с кем-нибудь из моих родных случится несчастье, ты будешь первым, кто за это ответит. И даже если мне надо будет спуститься в ад за тобой, я это сделаю, можешь не сомневаться. Тебе не придется меня искать. Потому что с этой минуты я всегда буду рядом. Что вы хотите, чтобы я сделал? Для начала ты возьмешь меня к себе водителем. Здесь все данные и фотографии людей, для которых ты оформишь паспорта и военные билеты. Скоро с тобой свяжутся, и ты сможешь поговорить со своей дочерью. Ты принял верное решение. Ну все, загрузили, можешь ехать. Все, давай, счастливо. Лучшие в городе. Ольге Владимировне понравится. Отлично. Сколько денег? 500. Товарищ капитан, не очень дорого. Нормально. На обратном пути я за вами заеду, часика через 3. Спасибо, сержант. Да ладно. Давай, удачи. Спасибо. Чтобы кто-то другой поздравил тебя первым. Цветы волшебные. Денег ноль потратил, да? Сегодня можно. Не каждый день у моей жены день рождения. А. Забиевич просил передать лично в руки. Слушай, ничего себе, это точно такой, как я хотела. Забиевич знал. Я люблю тебя.
Да. Кирим Усманович, к вам посетитель из местных. Кто такой? По какому вопросу? Он говорит, что скажет только вам. Впустить? Пусть войдет. Саламу алейкум, эфенди. Уалейкум ассалам. Проходите, пожалуйста. Как здоровье вашей семьи, эфенди? Как ваши родители? Альхамдулилла, все хорошо. Может, чаю? Пожалуйста. Спасибо. Мне передали твою просьбу. Ты правильно сделал, что обратился ко мне, а не к своим коллегам. Это хорошо, когда между людьми возобновляется доверие. Лучше поздно, чем никогда. Немного мужчин сделали бы, как ты. В этом наша большая проблема. Хасан. Хасан не уважает наших традиций. Поднять руку на стариков. Да раньше его перестали бы считать воином и с позором изгнали. Я всегда с уважением относился к твоему роду. Я уважаю твоих родителей. Поэтому мой долг – помочь тебе. Поэтому я встречусь с Хасаном и буду говорить с ним. Но, эфенди, это может быть опасно. Хасан и его люди могут вас убить. Хасан не посмеет причинить мне вреда. Я приду к нему с миром, без оружия. Я хочу говорить с ним, как горец с горцем. Хасан давно уже забыл наши традиции. Он живет совсем по другим законам. Ты суров и строг к людям, а между тем забываешь свои ошибки. Ты выбрал свой путь. Ты пытаешься идти им честно. Подумай. Случилось бы то, что случилось, если бы твои родители жили в твоем доме, как предписывает нам обычай. Мой друг, в ночи может затеряться даже самый опытный путник. И поверь мне, не каждый найдет дорогу домой. Да, Хасан жесток. Но он путник, как и ты, который затерялся в ночи, и, быть может, мне. Удастся указать ему дорогу домой. Если с кем-нибудь из моих родных случится несчастье... Не случится. Делай, что говорят, и все будет нормально. Помни, что я сказал. Фамилия Талипов. Я знаю, кто ты. У тебя ко мне дело? Только глупец будет говорить с псом, когда нужен его хозяин. Я буду говорить с Хасаном, у меня к нему дело. Садись назад. Кирим, ужин готов. Иду. Как на работе? Все хорошо. По тебе не скажешь. Устал? Да, есть немного. Тогда доедай и ложись. Завтра нужно встать пораньше. Вещи я уже собрала, осталось только продукты уложить. А знаешь, я Марине платье купила.
Красивая. Показать? Знаешь, я, наверное, не смогу поехать. Надо кое-что доделать. Случилось что? Ну, просто устал на работе. Да, и с отцом тоже. Понятно. Я же с Османовым говорил вчера. Ну? Ну что, ну, заявление подписал. Да, если с делами управлюсь, глядишь, через недельку возьмем Марину и поедем. Можем поехать в Сочи, в Турцию. А что, говорят, сейчас все запросто. Даже виза не нужна. Турция, виза. У меня ведь даже и купальника нет. Купим. И купальник, и очки, и крем для загара. Не хочу я больше есть эту гадость. Ешь, деточка, ешь. Еда – это сила. А сила тебе еще понадобится. Ешь. Ешь. Не кисни, брат. Пойду отолью. Здесь теплые носки. Спасибо. Завтра я постараюсь раздобыть для тебя что-нибудь повкуснее. Все равно это тебе не поможет. Мой отец придет и убьет тебя. Ирбайхан, не обижайся на нее, она же ребенок. Да там что-то заедаешь, что ты? Да ты почисти его нормально и все, что тебе происходит. Вот видишь, они живы, как я и говорил. И, по-твоему, это достойное место для стариков, да? Я хочу поговорить с ними. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Рад видеть в добром здравии. Садись, ассалам. Отдыхайте. Аминь. Вкусно? Дашь попробовать? Прошу вас. Пусть попробует. Его нельзя отпускать. Что предлагаешь? Чем я могу вам помочь? Вот уже не диабет. А еще нам нужно... Думай, Хасан. Да. Я не знаю. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. Сидите, сидите. Его проводят. Согласен. Хасан, у Асиат диабет, горный воздух ей, конечно, полезен, но ее нужно очень аккуратно кормить. Я позабочусь об этом. И еще. В горах холодно, им нужна теплая одежда. Хорошо. Мой человек проведет тебя через посты. Дальше придется добираться самому. Ахмар, проводи нашего уважаемого гостя. Я обо всем позабочусь. Документы. Проходите. Это чистое. Слушай, ну а что, удачно все получилось. Ты пока в Москве с ребятами встретишься. Кстати, папа говорит, Коля Савельев в академию поступил. Коль, помнишь? Вот, а деньги, что за ранение дадут, я уже все расписала. Все до копеечки. Пеленки, ползунки, царапки. Заодно и родителям не придется одалживаться. Подгузники. А? Подгузники. Ну да, подгузники. Все самое необходимое, я же не транжирую тебя, нет? Ну что ты как заведенная? Иди посиди со мной. Ну.
Ай, подожди. Ну, чуть-чуть. Нет. Нет. Ну, чуть-чуть. Ну, немножечко. Послушай, ну, забью, чуть-чуть. Вещи застав принес. Надо разобрать. Нет, ты же сам видел весь номер. Тюками да коробками завален. Да эти вещи не разбирать надо, а выбросить. Ну, так я этим и займусь. Все. Давай. Пока. Эй. Я тебя люблю. Слышь, Меркуриев, Хасан просил передать, что не забыл. Не выходи! Оля, не выходи! Товарищ полковник, у нас документы. Роман Иванович. Да. Пальчики готовы. Ошибки быть не может? Сейчас проверим. Нет, это точно. Так. Хочешь найти вора? Ищи его врага. А ну-ка. Ага. Ну-ка, иди покури. Трофейные. Миленкевич пробил пальчики. Это Хамзат. Ничего себе расклад. Какие будут соображения? Ну, Хасан попробует отомстить. Гадалки не ходи. Предлагаешь слить парня? Понимаю. Ну-ка, позовите его. Других вариантов нет. Хасан будет мстить. И мы оба это знаем. Я не могу упустить такой шанс. Либо ты с нами, либо сам знаешь, что будет. Если хочешь спасти жену, придется рискнуть. Я согласен. А жена? О жене не беспокойся. Завтра отправим ее в Москву. И там за ней присмотрим. Хасан, у меня плохие новости. Говори.
Хамзат погиб. Как это случилось? Его зарезал тот пограничник. Ирбайхан! Собери людей! Всех! Быстро! Есть! Сегодня я получил известие о гибели моего брата. Вы все его знали. Хамзат был моим братом. Он сражался с неверными и хотел только одного – умереть, как подобает настоящему воину, с оружием в руках. Но вышло иначе. Этот пограничник, Меркурий, вонзил кинжал ему в спину. Он поступил как трус и мерзавец, поэтому заслуживает смерти! Смерти! Вы все знали, Хамзат был моим братом, поэтому я объявляю Меркурьева своим кровником! Я обещаю щедрую награду тому, кто из вас принесет мне его голову! Ляль, ну хорошая моя, я скоро приеду, честно. Отлично. Оль, ну я не могу сейчас лететь, понимаешь? Я понимаю. Только ты тоже пойми, ничего, что ты нас бросаешь еще в такой момент. Я делаю это ради вас, потому что пока Хасан жив, мы нигде не можем чувствовать себя в безопасности. Ой, ну это все отговорки. Сегодня Хасан, завтра еще кто-нибудь, послезавтра еще кто-нибудь. Мне герой не нужен, мне муж нужен. Мне кажется, это так просто, муж. Мне больно и плохо от того, что ты думаешь только о себе. Ты хочешь, чтобы я тебя понимала, а меня понять вообще не хочешь. Оля, я офицер и делаю то, что должен. Делай! А со своими проблемами я как-нибудь сама справлюсь. Спасибо. Ну, с моими людьми ты уже встречался, а вот с начальником местной милиции еще не знаком. Нуралиев, Керим Усманович, капитан Меркурьев. Александр. Керим. Садись. Ну, предысторию вы все знаете, поэтому в двух словах. У Хасана к капитану личный счет. И счет этот не оплачен. По нашим сведениям, Хасан не забыл об этом и попытается поквитаться. В СМИ прошла информация о том, что Меркурьев получил звание героя. Награждение состоится в Москве. Уверен, Хасан знает об этом. Но он не знает одного. Что Меркурьев поедет в аэропорт практически без охраны. И он не знает о точном времени этой поездки. Я хочу, чтобы он узнал об этом. Наша задача – донести информацию о времени поездки Меркурьева до лиц, вероятных осведомителей боевиков. Неизвестно, клюнет ли Хасан. У него свои хозяева, которые отдают приказы. Об этом может знать только Хасан. Хотя его хозяевам это тоже выгодно. Расправиться с человеком, который у всех на слуху, это показательная акция. Акция устрашения. Пожалуйста. Изучив маршрут передвижения от города к аэропорту, мы пришли к выводу, что наиболее удобным местом для нападения является вот этот блокпост. Мы предполагаем, что боевики постараются еще до нашего прибытия
захватить без лишнего шума этот блокпост, а потом, переодевшись в милицейскую форму, остановят машину с Меркурием для проверки документов и расстреляют вместе с пассажирами. А не легче заложить фугас или из гранатомета? Для этого им нужно знать, в какой именно машине тебя повезут. Не взрывать же все подряд. Так что Хасану придется действовать наверняка. Керим Усманович, твоя задача – организовать замену милиционеров на блокпосту моими людьми. Вопросы есть? Все свободны. Останови машину. Останови машину, я сказал! Значит так, передай Хасану, что я больше не стану выполнять его приказы до тех пор, пока он не начнет отпускать заложников. Хасан просил передать тебе большое спасибо за документы. И просил передать тебе небольшой подарок. Посмотри его в багажнике. Больше русских ненавижу. Мерзавцев, работающих на них. А при чем тут русские? Это вы убиваете лучших из горцев! Это был святой человек! Этот человек не ведал, что творил! Он ослеп! Он помогал таким, как ты! Вы все не закон для нас, чужаки! Да пусть будет лучше такой закон, чем никакой! Вы забыли, что такое наш обычай? Вы прикрываетесь разговорами о неверных, а сами убиваете стариков! Воруйте детей! Вас надо убивать! Убивать, уничтожать всех до одного! Ты все сказал. Мы можем ехать дальше. Передай Хасану, что у меня есть для него важная информация. Но он ее получит после того, как отпустит моих родителей и мою дочь. Всех троих! Речь идет о Меркурьеве. Не спится? Волнуешься? Это правильно. На заставе волновался, когда в наряд ходил. А сейчас? В бой рвешься. Понимаю. Сам был таким. А сейчас? А сейчас я просто выполняю свою работу. И ничего личного. В том и дело. Если завтра из вас кто-нибудь не вернется, я не стану себя винить. Я просто сделаю выводы. Ну и как? Часто приходится делать выводы.
пока ни разу. Твоя дочь. Если информация действительно стоящая, я отдам тебе ее. Если тебя не устраивает такой расклад, вообще ничего не получишь. Сначала дочь, потом информация. Посиди пока немножко, ладно? Потом мы поедем домой, к маме. Дай прикурить. А девчонку ты зря отдал. Ничего. Его старики у нас, а это надежная гарантия. Свяжись с Ахмедом. Передай ему на блокпосту засады. Пусть он и его люди будут поблизости. Очень скоро я скажу, что им делать. Алло, товарищ генерал? Все тихо. Боевики себя не проявили. Продолжаем наблюдение. Повнимательнее там. Отбой. Хасан на блокпост не вышел. Черт. Неужели этот ублюдок так и не появится? Вряд ли Хасан упустит такую возможность. Я тоже так думаю. Ну что, пора, Роман Иванович? Выезжайте. Задержись. Ольга передала. Спасибо, товарищ генерал. Ступай. Нефтеперегонный. Лет 5 кряду здесь сивуху подпольно гнали. Только в прошлом году удалось накрыть. Удобное место для засады. До дороги метра 100 все отлично простреливается. Здесь и скрыться толком негде. Поднажми! Лежать! Лежать, я сказал!
Пацаны, вы откуда здесь взялись-то, а? Да мы по лесу гуляли. А-а-а. Ягодки, цветочки. Наработали, в общем. Наткнулись на группу лиц. Решили проводить. Ну, в общем, собственно, и все. Гуляли, слышь? Ага. Капитан Башкирцев. Исполняющий обязанности начальника спецгруппы разведки, прапорщик Фролов. Спасибо, Фролов. Если бы не вы, нам бы точно крышка. Да ничего. Старший лейтенант Рощин. Фролов. Капитан Меркуриев. Спасибо. Товарищ прапорщик, там тело взрывом выбросило. Пойдемте посмотрим. Ну что, пойдем посмотрим. Пошли. Чисто. Внимательнее. Внимательнее, бойцы. Чисто. Хасан. Точно он? В 96-м, когда они автобус захватили, я на него 4 часа в оптику любовался. Хорошо его запомнил. Стопудово он. Подведем итоги. Шестеро пленных, остальные убиты, в том числе и Хасан. Среди пленных личный связной Хасана. Он уверяет, что знает все горные убежища боевиков. В общем, операцию можно считать успешной. Но пленные как один уверяют, что в последний момент Хасан изменил план операции. И еще. Этот ублюдок точно знал, в какой машине вы поедете. Думаю, никому не надо объяснять, что все это значит. Кто-то слил эту информацию Хасану. И этого кого-то нам придется найти. Все, кто хоть краем уха слышал об операции, попадают в оперативную разработку. Результат немедленно докладывают мне лично, ясно? Туда? Да. Странно. Вроде ничего не изменилось, а город какой-то другой стал. Ну что, ты к Ольге? Да. Как снег на голову свалишься? Думаешь, нужно было позвонить, предупредить? Не, ну какой тогда это сюрприз? Ладно, герой, давай. Ты к Ольге, а я до гостиницы прогуляюсь. Все, вечером как договорились? На Лубянке в 17, только не опаздывай. Давай. Серега в контейнер спрятался и крышку закрыл.
И в самый ответственный момент вылетел оттуда, как ракета. Прошу вас. Спасибо. Берегите голову. Осторожно, дверь закрывается. Оп. Кошелек подними! Тебе надо, ты поднимай! Мне чужого не надо! Кошелек подними, я тебе сказал! Отпусти, подниму! Стоять! Смотри, дерутся! За мной! Стоять! Стоять, я сказал! Руки назад! В чем дело? Я карманника поймал! Какого карманника? Анзору позвони, братан, Анзору! Там сумка моя еще. Анзору позвони, мы сумку заберем. Идем в отделение, там разберемся. Идем, идем. Что, доволен? Доволен, да? Ну ничего, ты еще пожалеешь. Моя кровь тебе дорого обойдется. Можешь не сомневаться. Эй, начальник, начальник. Анзору позвони, да, он меня знает. За меня слово скажет. Воу! Не слышишь, что ли? Что молчишь, а? Что ты молчишь? Не получилось, по-твоему? Думал, я здесь один сидеть буду, а ты там с начальниками? Размечтался. Это еще что? Сейчас вот Анзор подъедет, и тебе быстро объяснят, что такое конфликт на национальной почве. Анзор мой друг, брат, можно сказать. Он здесь весь район держит. Его здесь каждый мент знает. Он всех их вот здесь держит. Меркурьев! На выход. Эй, начальник! Начальник, Анзор приехал, начальник! Стене. Начальник, скажи, Анзор, приехал, начальник, а? Слышь? Оглохли все, что ли? Руки назад. Начальник, скажи, а Анзор приехал там или что? Вперед, пошел, быстрее! Начальник, начальник, давай, подожди, уже. А, начальник. Да что ты провалился? Спасибо тебе, дорогой. Выручил. Друга уберег от беды. Век буду благодарен. Будь здоров, Анзор. Скажи своему другу, чтобы больше не попадался. Скажу. Обязательно. Давай. Меркурьев, заходи. Пшел, я же тебе сказал, через 10 минут. Так, 10 минут прошло, товарищ майор. Я лично засекал. Засекал он. То, что ты его на кармане, ты уже не на кармане. Свидетели? А ты свидетель? Там. Короче, так, ознакомься, подпишешь, я тебя больше не задерживаю. Я это не подпишу. Меркурьев, не дури. Я тебе в сотый раз объясняю, то, что ты его на кармане взял, ты уже не докажешь. Свидетелей нет, а без свидетелей, сам понимаешь. Ладно, давай на чистоту.
Я этого Абрека по-любому отпущу. А если ты и дальше будешь кабиниться, я тебя вместо него на нары отправлю. За что? Да хотя бы за то, что ты ему всю морду разворошил. И простой хулиганкой ты не отделаешься. Я тебе конфликт на почве национальной неприязни организую. Понял? Так что подписывай, мать твою! И вали отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видел! Понял? Стоять! Ох ты, гнида! На! 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 Вставай! Подъем, я сказал! Подъем! Ну смотри, сам напросился. На колени! Ты у меня на зону в инвалидной коляске поедешь. Понял меня? Отставить! Освободить! У кого ключи? Оказывал сопротивление, пришлось применить. Закрой свой рот. Есть. Пошли, сынок. А вы, мальчики, разберитесь здесь до отказа. И через час доложите. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации. И звезды на плечах. И еще, я бы хотел отдельно помянуть наших ребят, которые уже никогда не получат свои ордена. Османов, Абдулаев, Самодин, Стасюк, Михайлов, Лапочкин, Шевченко. Светлая вам память, ребята. Давайте. Поздравляю, герой. Молодец, сынок. Спасибо, товарищ генерал. За УВД спасибо. Ну и вообще спасибо. Кстати, а тот карманник-то уже начал давать показания. Отлично. А следователь? Со следователем разберемся. Мало не покажется. Да черт с ним. Давай-ка его выпьем. Ты у нас все-таки герой, как-никак. Ну, за тебя. За тебя, сынок. Спасибо. Товарищ генерал. Да-да. Чуть я Ольги не вижу. Она что, побоялась при президенте наследника родить? Сроки-то поджимают. А. Поссорились? Ну да. Надеюсь, что не стоящий, не какой-нибудь там пусти. Стоящий. Тогда, конечно. Я хотел тебя представить кое-кому. Знакомьтесь. Старший лейтенант Михальченко. Наш человек. Так это... Я же обещал за твоей женой присмотреть. Господи, я дурак! Романович, я же... Черт, Ольга! Успокойся. Моя машина в твоем распоряжении. Спасибо, товарищ генерал. Беги. Спасибо большое. Все. Ты бы не гнал так. Напрасно волнуетесь, товарищ капитан. Я с 17 лет баранку кручу. Ни единой аварии. Да и за лучшем виде, не сомневайтесь. Да я не сомневаюсь. Просто город хотел посмотреть.
будь здоров. Всего доброго. И вот только что к нам поступил материал. В ходе успешно проведенной спецоперации была уничтожена бандитская группировка. В одном из убитых был опознан главарь бандитов, некий Хасан. Бандиты потеряли около 40 человек убитыми и ранеными. По предварительным данным, банда насчитывала свыше 80 человек. Сань, ты что ли? Да? Давай, заходи. Давай, давай, герой. Слушай, чего ты не позвонил? А, да ладно. Ну, я бы за тобой машину послал. Ольга, Оль, иди посмотри, кто к нам приехал. Что это такое, наградная? Да. Дай посмотреть. Хе-хе, герой. Оля, хорошая. Сашка. Привет. Сашенька. Слушай. Санечка, приехал. Тебе. А что ты своего героя в коридоре держишь? Давай, располагай мужа. Ну, а я пойду пока на кухне что-нибудь приготовлю. Пойдем, пойдем. Голодно, наверное. Подожди, пойдем, Олечка, приоденешься? Подожди, не суетись. Я кушать не хочу. Только с награждения. Ого, капитан! Герой! Здорово! То есть было награждение, а меня не позвал, да? Или же оно мне полагается? Ну, полагается. Понимаешь? Лялька, я дурак. Да, как есть дурак. Да, с чего такая самокритика? Я, в общем... Утром здесь был, вас с этим увидел и приревновал. Меркуриев, да ты Отелло, что ли? Дездемона. То есть ты меня к Славе Михальченко приревновал? Ну да. Дурак, точно дурак. Пап! Тихо! Слышишь, пап? Что случилось? Сашка подумал, что Слава Михальченко мой ухажер. А ты как думал? Женщины не такие. Будешь ждать в принципе, как свою любимую надолго оставлять. Больше я тебя никогда не оставлю. Сань, ну это тебе решать. Я, конечно, понимаю, у тебя семья, Ольга. Но если надумаешь, то знай. В казарме уже ютиться не придется. Всем офицерам дают квартиры. И вообще другая жизнь начинается. Да я для себя все решил. Мое место на границе. Только Ольге как об этом сказать? Она думает, что мы теперь в Москве останемся. Ей рожать скоро. Как сказать? А вот так и скажи. Но ты же офицер. А значит, ты там должен быть, где нужнее родине. Я-то понимаю. А, сыграй мне вот это, то, что я люблю. Шопена. Нет, вот это, там, тарара. А, Плана Сагинска. Да-да-да-да. Давай. Саша! А? Так, ребят, хватит нежностей. Давай, Саша, собирайся. Я договорился с начальником академии о встрече. В конце концов, он меня уважает. Ни одни концерты там в академии без моих оркестров не проходят. Давай. Владимир Сергеевич, Оль, в общем, дело состоит в том, что Джабиева назначили начальником погранотряда. Там очень здорово. Там сразу квартиры дают офицерам. И что? Я за Джабиева рада. Мы-то здесь при чем? Понимаете, Оль, в общем, он предложил мне идти к нему, командиром спецразведки. Не-не-не, подожди. Ольге скоро рожать. Не сегодня, завтра. Тут мы ей хоть с матерью поможем, а там-то что? Да понимаю я все. Я поэтому сразу ему ответ не дал. Ляль, ну я помню, что ты в аспирантуру хочешь поступать. Ну вы меня тоже поймите, я пограничник. А там... Ну, в общем, ладно, ты сама все решай, как скажешь, так и будет. Ольга, объясни ты ему. Здесь его ждет учеба в академии, карьерный рост. Я хоть и музыкант, всегда помогу. Пап, ты... Подожди, пап. Саш, ты действительно думаешь, что я смогу решить как лучше? Ну что, тогда давай вещи собирать. Живите вы как хотите.
Лялька моя. Маленькая девочка моя. Хасан мертв. А это значит, что Хасан я Хасан не единственный, кто может отдавать приказы. Поэтому, что бы ни случилось, для тебя все остается как прежде. Вот, попей. Все будет хорошо, родная. Не беспокойся. Скоро мы придем домой. Отдыхай. Я здесь оставлю. Отдыхай. Я скоро. Послушай, Арпахан, моей жене становится все хуже и хуже. Я боюсь, что она долго не протянет. Ты же знаешь, у нее диабет. Консервы, которые ты нам приносишь, она не ест. Ей нужны натуральные продукты, лекарства. Хотя бы лекарства. Ты говоришь про ампулу? Где мы возьмем ампулу? Инсулин ей не нужен. Последний раз такое случилось с ней 2 года назад. Ей нужны таблетки, чтобы остановить отравление. Они находятся в моем доме, в спальне, там, в коробочке. Все, что нужно. Заклинаю тебя Аллахом, Ирбайхан, сходи в наш дом. Она долго не выдержит. Оставить вас без охраны? Не. А если ты обманываешь меня? И когда я уйду, вы попытаетесь бежать. Даю слово. Мы останемся здесь. В наше время слово не стоит почти ничего. Простите, уважаемый, но я не могу так рисковать. Ты и так сильно рискуешь. Если с Асят что-нибудь случится, Хасан не простит тебе этого. Ты же слышал, что он пообещал Талипову. Да не стоит верить всему, что говорит Хасан. Талипов мертв. Мой напарник убил его по приказу Хасана. Я не буду рисковать ради вашей жены. Убил? Такого не может быть. Я сам видел его труп. О, Аллах. Мне плохо. Потерпи, родная. Хорошо. Я сделаю, как ты просишь. Я знал, что рано или поздно ты за мной придешь. Я давно знаю тебя, Керим. Не хотел бы говорить с тобой так. Почему ты сразу не пришел ко мне и не рассказал о родителях? Испугался. Веришь, никогда ничего не боялся. А тут родители, дочка. Это все, что у меня есть. Понимаю. Попал в безвыходную ситуацию. Неужели ты думаешь, что они отпустят твоих стариков? Я уже давно ни о чем не думаю.
Ты собираешься меня арестовать? Пойми меня правильно, Керим. Погибли люди. Наши с тобой товарищи. Для твоих родителей я сделаю все, что могу. Но сам понимаешь, шансов у нас. Сейчас ты должен помочь мне исправить все, что натворил своим предательством. Прости, но я привык называть вещи своими именами. Я это уже видел. Несколько человек из этого списка уже найдено. И за ними ведется наблюдение. Из Москвы едет один человек. Я должен подготовить ему документы. Как я понял, это для них очень важно. Оля! А! Давай быстрее, я же не могу опоздать первый день. Неглажный, тоже не пойдешь. Так. Оп. Все. Без меня не рожай, поняла? Так точно. Привет, Сань. Здорово. Хорошо выглядишь. Моя маленькая. Да. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу майору. Обращайтесь. Товарищ майор, капитан Меркуриев для дальнейшего прохождения службы прибыл. Здравствуй, дорогой. Рад тебя видеть. Ну как, обжился на новом месте? Да на таком месте грех не обосноваться. Хорошо. Ну, здравствуй. Здравия желаю. Значит так, будешь командовать взводом спецразведки. Хорошие ребята, тебе повезло. Кстати, помнишь прапорщика Фролова? Как не помнить? Привет, дружище. Здравия желаю. Мы как раз обсуждаем детали операции, в которой будет принимать участие и... твой взвод. Общая схема такова. Мои люди будут вести курьера, начиная с границы округа. Ваша задача – обеспечить беспрепятственный проезд в приграничную зону курьера и сопровождающих его оперативников. Нам стало известно, что курьер имеет при себе большую сумму денег. Кому они предназначаются, мы не знаем, поэтому вести себя крайне осторожно. Машину обыскать, но ничего не найти. Вот мои документы. Да, смотри, все чисто. Объект нервничает. Поговори с ним, успокой. Только нежно. Ай. Дай огня, дядь. Дай огня. Благодарю.
Самопальный бензин совсем мою старушку доконал. А что это за очередь? Да какая это очередь? Сейчас скоро пропустят. А погранцы? Грузия-то в другой стране. Да ты чё, дядь? Тут все пограничная зона. Не сильно шмонают? А, не особо. Так, для проформы. Ладно, дядь. Спасибо за огонь. За старшего! Есть! Бойцы за мной! Быстро, быстро, быстро! Мины! Вызывай саперов! Нет, отставить! Он мне нужен живой, слишком долго! У нас Громов сапер! Громов ко мне! Я. Сможешь? Можно попробовать. Кинжальчик свой должите. Работать на прикрытие! Давай зайдем. Уходим. Тихо. Фролов! Тяжелый гад. Один не вытянешь. Тогда держитесь за мной. Если уж что прикажу, извините. Можно. Помоги. Вот так вот. В 98 году Али Хусейн был назначен представителем благотворительного фонда в регионе. Человек, которого вы взяли, должен был встретиться именно с ним. Думаю, что деньги и приказы Хасан получил от Хусейна. Официально фонд занимается вполне законной деятельностью. Гуманитарная помощь, шефство над детскими домами. Но у каждой медали есть оборотная сторона. Здесь готовят будущих командиров. Кстати, Хасан закончил именно эту школу. А теперь самое интересное. Операция переходит в завершающую стадию. Но прежде, чем начнется раздача слонов, нам придется еще немного поработать. Я хочу знать об этом человеке все. Передвижение, контакты. Результаты анализов? Если понадобится, добудешь. Нужно что-то решать с курьером. Либо вести его навстречу, либо думать о прикрытии. Ну, за это не беспокойтесь. Грамотные люди об этом уже позаботились. Сегодня в Куданском ущелье произошел взрыв. Причины ДТП устанавливаются. При взрыве погиб один человек, водитель автомашины. Установить его личность пока не удалось. Да не похож. Да, и машина должна была сильнее пострадать. Халтура! Завидуете, что ли? Надеюсь, Али Хусейн смотрит местные телеканалы. Ну, еще бы. В здании 12 телевизоров. И все они у меня под колпаком. За последние 4 часа местные новости смотрели по всем 12. Да. Всем внимание! Белоснежка выходит из здания. Работаем.
Гном один, уходите. Понял. Гном 4 вас сменит. Принято. Гном 4, передаю объект гному 5. Добро. Вижу. Башкирцев, как насчет перекусить? С удовольствием. Рощин, а ты проверь, есть ли там черный ход. Угу. Али Хусейн встречается с Хасаном. Это точно? Ты не мог ошибиться? Исключено. С Хасаном. Продолжай наблюдение. Белоснежка встречается с Хасаном. Как поняли меня? Повторяю, Белоснежка встречается с Хасаном. Подтвердите, как поняли. Подтверждаю. Дождитесь, когда прибудет кавалерия, и начинайте. Пойми меня правильно, Хасан. Я вынужден отменить операцию. У тебя недостаточно людей для такого дела. Это не проблема. Ты прикажи, и люди будут. Человек, который должен был привести деньги, погиб. Мы не сможем нанять новых людей. Или ты думаешь, что найдутся желающие воевать за Аллаха просто так? Бесплатно? Вот видишь, ты должен был взять город до праздников. А теперь в этом нет никакого смысла, поэтому я приказываю тебе и твоим людям уйти отсюда. Ты не согласен? Я уже начинаю привыкать к тому, что у тебя есть собственное мнение. Просто мне кажется, ты не учел важные обстоятельства. В городе расположены пограничники, это так. Но погранотряд – это еще не мотострелковый полк. Из боевых подразделений там только ДШМГ и группа спецразведки. Если напасть неожиданно, они не смогут оказать должного сопротивления. Подумай, в городе есть медикаменты, склады с оружием, деньги. Мы сами сможем решить все наши проблемы. Я сказал, что начинаю привыкать к тому, что у тебя есть собственное мнение. Но я не говорил, что мне доставляет удовольствие выслушивать мнение сына Чебана. Пошли. Чем обязан, господа? Я не являюсь гражданином России и нахожусь здесь как представитель гуманитарного фонда. Нам прекрасно известно о вашей деятельности, Али Хусейн. Ha ha ha.
обо всей вашей деятельности. Вы ничего не сможете доказать. Я иностранный гражданин. Этого достаточно, чтобы предъявить вам обвинение в пособничестве террористам. Увести его. Я требую встречи с нашим консулом. Непременно, но не сразу. Ну и где Хасан? Ошибки быть не может, товарищ генерал. Я Башкирцеву как себе доверяю. Не мог он перепутать. Не мог. А куда этот гад подевался? Пришел домой. Столько новостей. Пошли, пошли в дом. Мама, я ненадолго. Я должен зайти в дом Нуралиевых и возвращаться. Я зашел увидеть тебя и успокоить. Еще, мам, мне нужны продукты. Конечно, конечно, сынок. Проходи. Проходи, я сейчас. Опять ты уходишь. Зачем? Я тороплюсь. Меня могут хватиться, и тогда Хасан не пожалеет ни меня, ни вас с братом. Я так беспокоюсь о тебе, Ирбайхан. Ты знаешь, и Саид, и Шамиль, и Исмаил, все ушли с гор. Сдались. Амнистия, сынок. 3 недели, как уже амнистия. Подержали 4 дня в милиции, отпустили. Теперь все они дома, семьям помогают. А у вас? Что там думают в горах об амнистии? Мам, скажи, в доме Нуралиевых есть кто-нибудь? Да откуда ж я знаю? Нет, наверное. Мне нужно идти. Меня ждут. Сынок, сынок, я ведь все понимаю. Мужской долг, от него никуда не денешься. Но никто на свете, никто не ждет тебя так, как я. Возвращайся. Thank you.
Это что такое? Вы кто такой? Капитан Меркуриев. И что? Жена у меня здесь рожает. Прямо сейчас рожает, да? Ну, не знаю, вот только привез. Первый ребенок? Так точно. Понятно. Вот что, поезжайте домой. У вас еще много времени. Пойдемте. Доктор! Да? Меркурий выражает. А черт. Гоните папашу. Ну что вы, капитан? Извините, я... Да не волнуйтесь вы. Ребеночек родился здоровый. Да и мамаша в полном порядке. Сегодня ей нужно отдохнуть. А завтра будет полный огурец. Готов. 4 200. 53 сантиметра. Богатырь. Богатырша. Ну, в смысле, девочка. Девчонка? Да. Девчонка тоже хорошо. Красавица будет. Еще немного и будет готово. Эрбахан, спасибо тебе. У тебя доброе сердце. Ты ложись, отдохни, мы никуда не денемся. Сейчас придет младший брат, тогда я отдохну. Зачем ты его впутываешь? Ему всего 12. Он уже взрослый, он уже все понимает. А. Даже ты еще не все понимаешь. А ваш сын Керим, разве он понимает, что делает? Зачем он вас впутывает во все это? Для чего он пошел работать в милицию? Мой сын стал работать в милиции за 15 лет до войны. Ты же знаешь, он много хорошего сделал. Если помнишь, он твою сестру спас когда-то. Когда-то в нашем ауле жила женщина-врач. Она спасла мою осет. А кто спасет твою мать, если она заболеет? В нашем селении была школа. Ты там выучился. А твой младший брат нигде не учится. Когда-то я помогал твоему отцу строить дом. Он мне тоже помогал. А сегодня разве кто кому помогает? Скажите, уважаемый, вы что-нибудь слышали об амнистии? Ее объявили за 3 дня до того, как нас похитили. Здравствуй, брат. Здравствуй, дорогой. Брат, послушай меня очень внимательно. Завтра у меня будет для тебя важное задание. Пообещай мне, что сделаешь, о чем я тебя попрошу. Обещаю. Рома? Да? Добрый вечер. Есть новости. Хасан собирается уйти через границу. Требует достать схему размещения на границе сейсмодатчиков. А вот значит как. Крепко мы его поприжали. Когда? Схема нужна ему к четвергу. Отличная работа. Будут ему и схемы, и оркестр организуем. Он убьет родителей. В дороге они ему ни к чему. Ну что ты молчишь? Убьет? Ведь так? Успокойся. Хасан хочет уйти, значит.
Меня прислал мой брат. Он сейчас в горах, но так дальше продолжаться не может. Да, но при чем здесь я? Если твой брат решил сдаться, пусть приходит завтра в отделение милиции, как все. Он не как все. У него есть для тебя услуга. Но ты должен ему кое в чем помочь. Брат сказал, это кольцо твоей матери. Оно очень красивое. А ну-ка, иди сюда. Проходи. Пойдем, мы с тобой поужинаем. Спасибо, я не голоден. Брат сказал, что я должен вернуться затемно. Ирбайхан, мой брат, охраняет твоих родителей. Если ты пообещаешь помочь ему, то он освободит их. Да пусть только скажет, где они. Ирбайхан сказал, что сделает так, как считает нужным. Завтра ночью он проведет стариков через посты. А тебе скажет, где его ждать. А если у него ничего не получится? Это же очень опасно. Я больше ничего не знаю. Я просто говорю, что должен. Дай мне номер своего телефона. Ирбайхан позвонит и скажет, где его ждать. Не бойся. Ирбайхан хороший человек. Доверься ему. Ну, давай, я тебя хоть подвезу. Подожди. Говорят, президент объявил амнистию. Врут. Да нет. Старики в деревне говорили. Я сам слышал. А хоть бы и так. После того, как мне пришлось отрезать голову Эфенди, дорога туда мне закрыта. Его родня сдерет с меня шкуру, прежде чем я доберусь до милиции. Уж лучше здесь. Одет, накормлен, да и деньги платят. Быстро мы уходим. Старайтесь не шуметь. Что бы я ни приказал, выполняйте. Поторопитесь. Со мной. Через час будем на месте. Жди. Вставайте, быстро! Вставайте, быстро! Пошли, пошли, пошли! Бегом, 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 бегом! Бегом! Быстро! Шапка! Шапка! Назад, пошли, пошли! Быстро! Привет. Thank you.
Если хочешь умереть быстро, тебе придется убедить меня, что ты говоришь правду. Я всегда говорю правду. Карту. Покажи. Где ты должен был встретиться с Нуралиевым? Здесь? Да. Отлично. Ты думаешь о том же, о чем и я? Нуралиев нам не станет больше помогать. Ну, но кое-что он еще способен. Мы в самом деле думаем об одном и том же. Этот продажный Нуралиев сослужит нам последнюю службу. Дай мне его телефон. Да. Позвони своему другу и скажи ему, теперь он сирота. Приведите. Да не дергайся. Пусти. Отрежь ему уши. Нет! Не делай этого. Не делай этого. Прикажи ему, я сделаю, как ты хочешь. Ну а толку-то что? Оно не сходится. Ну и чё? Пару лишних килограммов. Все равно ты у меня самое-самое. Честно? Честно. Честно-честно. Вылезайте, папаша. А? Выползайте, выползайте. Весь роддом видел, как вы в окно карабкались. Что же вы это, товарищ капитан? Под монастырь меня решили подвести? Вы же знаете, как у нас с этим строго. Ух ты! Платье-то какое! Да. Красавица! А ну-ка повернись! Да ну! Ну повернись! Из Москвы, наверное? Да он. Может не отвечать. Сама вижу. У нас такого на рынке и днем с огнем не сыщешь. Тань, можно он ненадолго еще останется? Ненадолго. Полчаса. Спасибо. И если что, я вас не видела. Слушай, надо отблагодарить. Да, ее и врача. Я никого не забыл. Меркурия! Зануда. В чем дело, Михалыч? Лоськов вызывает. Забиевич просил мухой. Я сейчас. Господи, у нее даже косметичка с собой. Все, я побежал. После завтрак выписки как штык. На удачу. Так точно, товарищ жена. И мать. Похоже на правду. Такое сложно подделать. А что ты нервничаешь? Завтра мы уйдем, и все твои тревоги закончатся. Ненавижу. Когда-нибудь я тебя достану. Я тебя лично достану! Не думаю. А тебе сейчас нужно думать о себе. Ведь в деревне каждая собака знает, что твоих родителей и дочку взяли в заложники. И наверняка ведется расследование на предмет твоего сотрудничества с похитителями. И они могут докопаться, что по твоей вине угроблено очень много жизней. А Хасана так и не взяли. Кстати, телефончик свой отдай. Зачем? Ну, а вдруг у тебя изменится настроение, и ты захочешь кому-то позвонить?
и еще. Береги свою дочку. Ведь это единственное, что у тебя осталось в жизни. И радуйся, что мы уходим. Он вышел. Понял. Рома, я очень тебя прошу. Будьте осторожней. Не спугните его. Не беспокойся. Ну, что скажешь? Нуралиев передал схему. А как встреча прошла? Думаю, я не прокололся. Я разыграл все как по нотам. Надеюсь, что он ни о чем не догадался. Хвоста не было? В городе пытались, но за город не рискнули. Хорошо, что они рискнули. Значит, они решили, что мы поверили в их липу. Теперь они думают, что мы пойдем через границу и будут нас там ждать. Ну что ж, их ожидает большой сюрприз. По нашим данным, сегодня ночью Хасан и его люди попытаются уйти через границу. Место перехода нам известно. Времени на подготовку крупномасштабной операции у нас нет. Поэтому действовать будем своими силами. Ваша задача – немедленно выдвинуть к границе часть десантно-штурмовой группы. На месте к вам присоединится армейская часть. В городе останется отдельная группа спецразведки и незадействованная в операции часть ДШМГ. Ну что ты на меня так смотришь? Мы тебя здесь не прохлаждаться оставляем. Твоя задача – полевой учебный центр и склады вооружений на нем. Сам понимаешь, если бандиты сосунутся, то первым делом попытаются захватить склады вооружений. Вопросы есть? Вот и хорошо. А здесь свободно? Спасибо. А, салоночку можно? Да-да, конечно. Спасибо. Thank you.
так. Да, нормально. Короче, черт, телефон у Зарипова. Что за ящики? Это не надо, ребят. Спасибо. Давай. Колеса бомба! Открой ворота! Принял. Хасан, я наблюдаю в городе взрыв. Так, ну что здесь на полевой учебный центр. Меркурьев принял бой, но у него мало людей. Посылайте подкрепление. Есть, товарищ генерал. Им бы пару вертушек с воздуха. Поддержать. А, товарищ генерал. Будут вертушки. Пошел, пошел! Бегом, бегом! Быстрее! Бегом! Пошли, пошли! Давай, 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 давай
меня! Ага. Работаем, пацаны, по центру! Ты как? Ногу зацепил! Сделано, Хасан. Мы приперли этих геуров к стене. Еще немного, и склад будет в наших руках. Хорошо. Пусть на этот раз никто не уйдет отсюда живым. Ступай. Отступайте к ангару, я вас прикрываю. Работаем! Твою мать, это приказ, пацаны! Слушай, капитан, не время сейчас приказы давать. Мы сюда вместе пришли. Вместе отсюда уйдем. Или останемся здесь? Здесь никто не останется. Больше никто не умрет. И это приказ, пацаны. Вертушки. Ничего, товарищ капитан. Жить буду. Забирай раненого. Доложи Джабиеву. Есть, капитан. Старлей,
Ты жив еще? Капитан. Лежи, как лежал. Ты у меня на мушке, понял? Хорошо. Так значит, капитан уже? Я слышал, герой. Герой. Жаль, голову не смогу отрезать, чтобы своим показать. А ты сюда спускайся. За моего брата. Еще увидимся, Гевур. Увидимся, увидимся. Сидеть. Опять ты? Я тоже рад тебя видеть. Руки можешь не поднимать. А если нет, стрелять будешь? Надо было убить тебя там, на перевале. Шакал. Ah!